Машина с флагом греческим на борту, на крыше. Такая деревенька, конечно. Плохая. Вот там вдали, конечно, не видно. Сейчас там вдали, вдали на горизонте приближаю. Церковь другая. Наверное, плохо видно. Новая церковь. Надо ее... Я ее не сняла, забыла. Нет, вдруг там была. Які мало наехав не хоро. Ти йде капардись якесь то лес. Не знаю, як не був вимуш. Це старання вимуш или хару забити? Не. Вимуш или фтерон хач? О, гані пач или фтерон добра. А. Та до Галіграти, пайто или фтерон. Те ще з вимуш, як вимуш. Вимуш. Пашове, Бочерубові, Шупові, Кавалі. Так. А, так. Молодежь любителей мотоциклов. Я же. Выхерять. Меня увидели, за дня засекли, что я снимаю. Мотоциклисты. Вот это наши таверны в Ираклице. Да, кризис, говорит мой муж, кризис. Молодежь здесь работает. Молодый парнишка официантом. Это таверна называется Чипурадико Толиманай. Их все делил в тот же. На том он. Ёж мулей. Садик, что ли, на том. Сегодня, конечно, много, потому что праздник. Ну, не все таверны открыты летом. Это вообще летнее место. Здесь летом обычно много людей. Ну, так как сегодня праздничный день, ну, холодно на улице, конечно. Для того, чтобы покушать, сесть, я не знаю, я уже замерзла. Наверное, а, здесь, наверное, бесплатная еда для тех, кто хочет угоститься. Здесь, наверное, для всех желающих угощают. Это здесь, конечно, лаган, это национальный хлеб. И аплеронет? А? Ты ну пишу. Какие за аплеронет? А это турши. В общем, засоленные огурчики, морковка, перец. Так. Музыка. Сейчас будем трапезничать.
твоя, тебе кушать не дают. Собачки, такие вот собачки у нас. Вон еще собачки. На хлебушка, на хлебушка, на хлебушка. Уличка, улица с тавернами. Тео. Я пезма, ты за фам симера. Ты за магирепсис. Каламаракя. И гиро, это гиро. Веселый гиро. Эта таверна называется Одиссес. Знаменитый Одиссей. Ох, что это за калиорки. О, пусть это застрашило. Кризис. Посмотрите, какой у нас кризис. Все в таверне. Фу. Кушают, все кушают. Семьями. На свежем воздухе. Пленкой затянули вокруг. Вообще-то летняя таверна. Полная таверна. Полная. Здесь тоже люди. Пленкой затянули. Все сидят. Это кафе-пицца. Называется Электро. Холодно вообще-то, дубак. Ох, пула памы. И ты? Не, в толо. Ты стривишь, я в толо. Так, мы возвращаемся домой. Уже замерзли, руки у меня уже коченели. На улице, наверное. Смотри, пошешь вас мусшехи. Стой, ня. Его подошкрен на поле. Ох, что у вас нет, а? Где-то 8-9 градусов, говорит, тепла. Хотя мне очень холодно, наверное, потому что высокая влажность, нет солнца. Да, Леша. Даже море не засняли, но. Вот, море там.